Пошлина на имущество. Кому и во сколько обойдется налог на жилье? Об этом говорили депутаты городского собрания Сочи. На сессии народные избранники приняли решение, по которому на курорте вскоре начнут рассчитывать налог на квартиры, жилые дома и объекты бизнеса. Анжелика Ефимова подробнее. Налоговая реформа в Сочи, как и по всей Кубани, начнет работать с 1 января 2017 года. Рассчитывать налог теперь будут из кадастровой, то есть приближенной к рыночной стоимости жилья. Это требование федерального законодательства. Переход на новые тарифы будет постепенным. Чтобы уменьшить финансовую нагрузку на людей, депутаты городского собрания ввели градацию объектов. Мы сейчас приняли то решение, которое взвешенное, которое обеспечивает социальную защиту основной части нашего населения. То у нас более 80% нашего населения, оно проживает в тех квартирах, стоимость которого до 10 миллионов рублей. И вот учитывая значимость этого вопроса, мы и понизили коэффициент от кадастровой стоимости. Ставка налога на жилье, цена которого не более 5 миллионов рублей, составляет 0,05%. Для домов и квартир стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей – 0,08%. А для владельцев жилых объектов стоимостью более 25 миллионов рублей ставка будет 0,15. Обсудили депутаты и другие вопросы. Согласно законам, передали земельный участок санатория «Искра» в федеральную собственность, а городскую больницу номер 9 – в ведение Краснодарского края. Последним пунктом стало решение о присвоении звания «Почетный гражданин Сочи». После тайного голосования с большим отрывом титулы получили олимпийская чемпионка Елена Веснина и заслуженный деятель искусств страны Александр Масляков. Он приветствует решение. Сам когда-то был капитаном КВН школы номер 1 города Сочи. Но, конечно, основные поздравления хотел бы адресовать Елене Весниной, которая в этом году получила олимпийскую медаль за победу в парном разряде на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Изначально в списке кандидатов на звание почетного гражданина были 6 имен, но в результате остались только трое. Журналист Юрий Александров набрал наименьшее количество голосов. Анжелика Ефимова, Александр Киреев, Кубань-24, Сочи.